Internet Explorer некогда был самым популярным браузером, но с годами он становился ненадежнее, так как Microsoft не уделяла должного внимания его разработке. В 2008 году дебютирует Google Chrome, который практически сразу завоевал свой первый процент по доле использования. В том же 2008 IE, а именно 6, все еще оставался популярным. И Google в 2009 году выпускает Google Chrome Frame, дополнение для старых IE, которые заменяли движок на Chromium. А работу дополнений можно показать на примере главной страницы Google. Как видите, разница есть. Только имеется один нюанс. Чтобы дополнение заработало, разработчику сайта нужно было добавить в код одну строку. Microsoft называла подобную авантюру угрозой безопасности браузера, однако Google отрицали это, подкидывая тот факт, что с таким фреймом работа в интернете для старых IE будет более безопасной. А что вы думаете об этом? Пишите в комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент.